Здравствуйте. В группу пришел интересный, весьма собранный, успешный во всех своих деловых отношениях, предприятиях мужчина, сказавший, что он пришел, потому что жена от него отдалилась. Жена не нашла никого другого. Ни он, ни она не хотят расходиться. А я смотрю на этого мужчину. Он живет в мужском мире, он живет в мире дел. И с своим романтическим представлением, что он живет все для нее, все для тебя, родная, а при этом это такое романтически высокомерное отношение, где ты не замечаешь, что я просто вижу, что этот мужчина в его систему мира не входит то, что другой человек отличается от того, что он представляет. В этом мире нет женщины. И он просто, делая ей, как он думает, подарки всем, что он приносит в дом, он в самом деле не замечает ее. Не столько она отдалилась, сколько она заметила, что он всю жизнь и всегда далек от нее. Я подумал, что я это потом сделал, что стоит перечитать у Ромена Ролана «Очарованную душу». А здесь появилась идея. Я увидел женщину, которая так же, как этот мужчина, все знает про мужчину, знает, что должен мужчина. И я попросил ее собрать круг женщин, которые так же, как этот мужчина, все знают про мужчину, ждут, чего мужчина должен, знают, что должны сами. А что получилось после того, как женщина собрала круг женщин, которые всего ждут и знают, что должны мужчины, я расскажу в следующий раз. Всего доброго.